В Иванове может снова появиться ГЭС. Еще в 20-х годах прошлого века на Овицком водохранилище строили гидроэлектростанцию, но позже по неизвестным причинам ее демонтировали. У городского водоканала появилась идея возродить советский проект. Первый шаг уже сделан. Объявлен конкурс на разработку ПСД. Цена более 9 миллионов рублей. Финансирование, проектирование будет вести за счет собственных средств предприятия. В зависимости уже от определенной стоимости строительства, которое будет определено проектно-сметной документацией, будет определен источник ее финансирования. Ну, естественно, они будут там совместные. Собственные средства будут рассматриваться. Либо, может быть, возможность участия в каких-то федеральных программах. Кто займется работой над проектом, станет известно 30 ноября. Только на составление документа уйдет не менее года. По задумке руководства водоканала, электростанция должна обеспечивать энергозатраты очистных сооружений предприятия в микрорайоне Авдотино. Планируемая расчетная мощность около 400 кВт. Проект очень интересный будет. И я думаю, когда будет ясна вся проектная документация, ясны параметры, экономический эффект от реализации данного проекта. Я думаю, многих это заинтересует. Строительство обещают не откладывать в долгий ящик. В какую сумму обойдется возведение и оснащение будущей ГЭС, пока сложно даже представить. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.